Еще одно изменение, оно пока также обсуждается, ожидает водителей и на перекрестке улицы Воровского и Октябрьского проспекта. Там собираются запретить поворот налево. На этом повороте тоже часто приходится простаивать в ожидании очереди, совершить маневр. Соответственно, по Воровского в сторону Октябрьского проспекта почти не исчезает многометровая пробка, особенно в часы пик. Что делать с конкретно этой проблемой, сотрудники ГИБДД и мэрии думали уже давно. И сегодня озвучили пока единственное решение. Предложение, которое сейчас рассматривается, и было принято решение его еще специалистам посмотреть Пермского института организации движения, о запрещении вообще там левого поворота. То есть движение по Октябрьскому проспекту и по улице Воровского только в прямом направлении. Я ответил на ваш вопрос.